Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И мы с вами находимся на одной из страниц нашего сайта. Она была создана буквально вот несколько дней назад. И на ней появилось сегодня наполнение этой самой страницы. Страница называется 9.3 «Самоанализ». И находится она, понятное дело, в подразделе 9 «Психокоррекция». Всего у нас здесь три подраздела: аудиопсихокоррекция, онлайн-консультации и вот появилась, собственно, о которой я и говорю, страница 9.3 «Самоанализ». Мы находимся прямо непосредственно на этой странице. Это новая, уникальная технология. Занимается этой технологией мой хороший коллега. Его зовут Константин Дмитриевич Перезолов. И здесь вы можете видеть его email-адрес. Значит, предлагаю вам зайти на эту страницу, прочитать тот текст, который мне изложен, послушать, вот здесь приложены 4 трека, это музыкальные композиции, которые, при нажатии на которые вы попадете на Google диск, и с этого Google диска легко можете их скачать. Это некоторые, это полноценные треки, полноценные композиции, они никак не объединены информацией, они выложены исключительно для такого демонстрационного режима, они в свободном доступе, в свободной продаже. Соответственно, вы можете также заказать и другие треки. В общей сложности, значит, речь идет о порядка 50 треков. Я думаю, что если вас это заинтересует, мы устроим прямой эфир с Константином Ильичем. Значит, поговорим под запись, под камеру, на экран, чтобы вы могли пообщаться непосредственно с ним. Можно это сделать через его, значит, электронную почту, с ним связаться, попросить его WhatsApp, телефон и так далее. Я думаю, что он с радостью на все это откликнется, пообщаться, задать какие-то уточняющие вопросы, уточнить стоимость на продукцию. То есть, собственно, стоимость, она невысока. Стоимость всего курса из 50 треков, психотерапевтических, психокоррекционных треков, составляет всего лишь 5000. Если покупать, приобретать треки по отдельности, в зависимости от ваших потребностей, нужд и так далее, то один трек стоимость его составляет всего лишь 100 рублей. То есть 100 рублей это даже не поездка на такси. Это не очень дорого. Поэтому вы можете вот зайти на эту страницу, еще раз повторюсь, почитать, послушать демонстрационные треки, то, что он предлагает. Это умнейший, на мой взгляд, человек. То есть я с ним дружу и знаю его. Он психолог. Значит, занимается этим более 20 лет, так же, как я, даже, наверное, старше, он меня чуть-чуть постарше, он этим очень давно занимается, у него огромный опыт, но я думаю, послушав эти вот демонстрационные даже треки, вы почувствуете это, поймете, что это такое, что это за человек. Даже если эта речь будет идти у вас, возникнут какие-то вопросы, не связанные, значит, с треками непосредственно, с 50, более 50, он обещает их большое количество, то можно с ним пообщаться и по другим вопросам, я думаю, там, психотерапии, каких-то семейных, детско-родительских отношений и так далее и тому подобное. Работает он как с разными возрастными категориями, с разными гендерными категориями, и с мужчинами, и с женщинами. Я знаю, что он ведет консультации. Ну, вот, собственно, он тут давно горит этим всем, вот именно этой технологией самоанализа, буквально, наверное, ну, я не знаю, боюсь соврать, это можно уточнить будет у него, конечно, там лет 5, наверное, это всем горит. Соответственно, вот у него родилось некое такое вот итоговый продукт, и он вам предлагает его вот в данном случае совершенно бесплатно. Ну, если можно назвать платным 100 рублей, то остальные треки тоже, наверное, можно назвать бесплатными или платными, как угодно. Одним словом, вам решать, вот здесь интересно написано, даже используя их несколько раз, вы получите несомненную пользу. А дальше выбор за вами. Замечательная фраза, самописная. А дальше выбор за вами. И желаю вам достижений и новых ощущений, изобилия и благополучия. Вот на что все это направлено. Признаюсь вам, я сам с большим удовольствием по вечерам перед сном. Ну, мужчина создание ленивое, да, то есть Константин Дмитриевич присылает мне свои треки. Я их с удовольствием, с огромным прослушиваю, выполняю в некоторых случаях даже определенные упражнения, это предполагается в этих самых треках. То есть это не просто какая-то музыка, где-то слова и так далее. Там, это именно в разных смыслах.
настрой на движение, достижение чего-то нового в плане духовного развития, самосовершенствования, в плане физического состояния человека. То есть несколько треков, которые я прослушал, они предполагают некое действие. Вы слушаете эти композиции, треки, и, соответственно, вам предлагается что-то сделать. Уникальная, интереснейшая вещь, на мой взгляд, вы, может быть, с этим не согласитесь, но, как тут уже написано и сказано, а дальше выбор за вами. То есть решать, поможет вам это или не поможет, чему-то это, может быть, это уже вам. То есть это то, что находится в епархии вашего сознания, самосознания, вашего мозга, знания себе прежде всего, знания мира. Так я для себя это оцениваю. Общаемся, я, как уже сказал, с ним десятилетия, с Константином Дмитриевичем, и много продумано, много переговорено и так далее. Не буду затягивать это видео. Знаю, что видео более 5 минут воспринимается с трудом. Но одним словом, приглашаю вас опять же на страницу нашего сайта 9.3 самоанализ. Попробуйте воспользоваться предоставленной вам возможностью, чтобы что-то понять, что-то изменить, что-то совершить, предпринять какие-то действия в конце концов. Вот таким образом, так это все выглядит. И очень прошу вас, не оставляйте это все без внимания. Пишите, ему будет очень приятно, если вы даже напишите по каким-то другим вопросам, еще как-то. Не оставляйте это без внимания. Пишите Константину Дмитриевичу на электронную почту, связывайтесь с ним по WhatsApp, по телефону, как вам будет удобнее. Вот, собственно, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!